Движение на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости, нарушения которой, по данным полиции, чаще всего приводят к ДТП. Выявлять лихачей на дорогах помогают камеры фотофиксации. В регионе их более 150 стационарных и передвижных. В этом году планируется установить еще 40 в специальных антивандальных корпусах. Уже в декабре на этом участке улицы Пензенская появится камера. Она будет фиксировать нарушения на дороге. Здесь установят так называемый полустационарный объект. Камера будет находиться на этом участке, пока здесь не снизится аварийность. Потом ее перенесут в другое место. Устанавливать камеры в регионе продолжат и в следующем году. Зоркое око будет следить за соблюдением правил дорожного движения еще на 73 перекрестках. Большинство из них в Самаре. Первые камеры наблюдения на магистралях региона появились 5 лет назад. За это время на участках, где они установлены, отмечают полицейские, водители стали более дисциплинированными. Но все же нарушения случаются часто, в основном из-за банальной неграмотности автомобилистов. Нередко по этой причине водители игнорируют стоп-линию. Граждане ошибочно считают, что если нет разметки, то я могу заезжать куда мне угодно, там и до конца перекрестка ехать. Вот. То есть в правила как бы не заглядывают. Но правила дорожного движения у нас, приложение к правилам, свидетельствует о том, что если отсутствует разметка, значит, или противоречит она знаку, то нужно руководствоваться, соответственно, знаком. И везде, где у нас есть стационарный комплекс вот фиксации как бы таких нарушений, соответственно, у нас есть знак «Стоп», и нужно, конечно, ориентироваться по нему. С начала года полицейские региона выписали более 1,5 миллиона штрафов на сумму свыше 1 миллиард рублей. Большую часть нарушителей оплачивают, но есть и те, кто не спешит этого делать. Для них предусмотрены особые меры. Тех, кто задолжал свыше 10 000 рублей, лишают прав на срок до 1,5 лет и не выпускают за границу. Таких в регионе уже 17 человек. Чтобы не стать штрафником, полицейские советуют чаще заглядывать в правила дорожного движения. Алина Чемерис, Василий Колдашов, Константин Головин. События.